пацаны, всем привет! Сегодня наконец-то мы выбрались покопать. Но это не единственный случай, конечно, что мы копаем. Просто снимаем. На канале у меня кадровый кризис. Как многие из вас заметили, уже пишите в комментариях. Я сегодня один. Я с ним, как всегда, в этом месте. Да, в этом месте мы уже копались. Находили тут интересные монеточки, интересные были здесь находки. Сегодня вот мы решили повторить, но есть одно но. Видите, вообще ходить невозможно. Булыжник просто пипец. Вот так для сравнения. Вот так вспахали. Нехорошо. Вот такой спонтанный выезд у нас сегодня получился. Созвонилась. Поедем, поедем. Ну и поехали, чё? Чё это ковыряет-то? Чё там нашёл? Ну вот и хрен, что ничего, по таким колдоёбинам. Простор, конечно, шикарный. Деревня стояла. Вот так и вот так. А вот там тракторук нам помогает. Тракторист. Пошёл лучше, ёлки зелёные. Чё нашёл? Копейка какая? Николай Первого. Год. 1852 год. Пойдет. Черноземная. Убитая теперь. Не, я так не приближу. Потом поближе, пос... Ага. Убитая черноземом и удобрениями. Как сохран-то? Средней паршивости, понял. Продолжаем. Ну что, нашел что? Рамец, нашел что? Никогда так не было, и опять так получилось. Полная жопа. Ну бывает. И жарко, и все дела. Да, была бы тут земля такая. Помягче. Ухом, как говорится. Да, вообще был красотец. Ну что, поедем в другое место? Да, по-любому, наверное, потому что смысла нет ходить. Вот что нашел, иди покажи. Вот он, феррум. Сейчас еще кое-чего покажу. Несколько шмурдиночек. Так. Какая-то вот, видно? Видно. Хрень с кольцом. Так, ну это все медь, медь, а вот какая, с узорами, бля. Да. Прикол. Так, какой-то... Бывает. С резьбой. Понятно. Так, пуговка. Ну, пуговка зачетна. Да вот самое зачетное-то. Вот самое зачетное. Пробка целая, по всей видимости, от водочки. А целые пробочки я знаю, кто собирает. И они, в принципе, дорогие. Это же замечательно. Значит, можно будет продать. Да. И пропить. Свою-то покажешь? Конечно, а как же без этого? Сейчас нифига у тебя хабарница. Хабарница твоя дома осталась, случайно забыл. Вот она какая. Николкин копейка. Николай Первый. Нифига с этой, с буквой Н. С буковкой Н. Правильно, тебе пока не три. Нет. Третий, Николай. Первый. Первый, ёб, третий. Первый. О, красотень. А это не половинка? Нет, это копейка. 52-й. Я смотрел уже. Нет, я таки ни разу еще не ходил с буквой Н. Ну, с такой Н, я имею в виду. Красивая, чё. Надоела эта похота. Нашел чё? Да нет пока, ничего интересного. Нет пока. Ни пока, ни потом. Короче, устал ходить по этой паше. Ну и забурился сюда на бугор. Тут вроде тоже
типа домишки какие-то были. Чуть такой неординарный сигнальчик сработал у меня. Я решил копнуть. И вон она, видите? Вот она лежит. Трешечка. Трешечка совет. Ранний совет. Ой, а с этой стороны вообще. Что-то на ней какой-то звездух тут царапал. Вся она ушатанная, 43-го года. Кто-то поиздевался над ней капитально. Давай на свет. Да, жалко. 43-й год, жалко, блин. Ну ладно. Сейчас походим тут еще. Мне кажется, хороший сигнал. Не кажется, а сигнал-то хороший. Кажется, монета хорошая. О, значит, комочек. Вот так было. Во. Раз, выкидываю. Чуть-чуть прям вот я. Раз, а она тут сигналит. Да? Вот прям смотрите, как я зацепил. Чуть-чуть я смазал. Вот так откидываем, друзья. И откидываем. Э, где ты? А, вон она. Вон она. Вон она лежит. Приятные ощущения, ребятки. Чё это такое? Ё-моё. Пятёра. А, трояк. Опачки, трояк 24-го года. Ну, наконец я его нашел. Наконец-то я его нашел. Трюндель. Молоток. Пойдет сохранчик-то. Нормально, сохранчик. Троямба. О, отлично. Вот так-то. Так, вот тут вот бугорочка. А вот там вот деревня вот так шла. Вот так прям туда в прогал. Тут, скорее всего, какая-то дорога шла. Вот так вот она и шла, наверное, до дорожка. Туда там мост. Прекрасно. Зелененькая. Ах ты. Патин надо ставить. 24-й год, трояк. Первый раз 24-го года. Пятак, копейка выходила. Вот трешки нет. Ну и отлично. Спасибо Дитраку. Спасибо Дед Хабару. Будем продолжать. Ну что, хвастайся. Други мои, нашел я копеечку царскую. Случайно, наверное. Случайно. А как же еще-то? Мы же, блин, едем искать. Мы же не знаем, где они лежат. Ну, да. Ветер какой-то поднялся. Давай вот сюда вниз от ветра. Давай на солнышко. Да. Это кто? Николай II. По-моему, 905-й. А по-моему, да не по-моему, а 903-й. Ну, может, 903-й. 100%, вон. Угу. И пацаны даже сейчас видят. Ну, отлично. Да, 903-й. Ну, она стоит примерно около миллиона долларов. Вот тебе фартануло. Да. Отлично. Отличная находка для такого дня. Ну, а ты похвались, что ты нашел. Я уж показал. Отлично. Продолжаем? Что, продолжаем, конечно, обязательно. Чуть-чуть идет, все, надо продолжать обязательно. Так, ну что, закругляемся? Да, закругляемся. Всем удачи, всем хорошего хабара. Хабар какой не сняли. И погоды классные. Давай, что у тебя тут еще? Так, копейка, трюльник 28-го. Пуговица с якорем. Какой-то жетон. 20. Это моя, ёптать. Это твоя? Да. Значит, твоя. Это на том месте еще сейчас. Вот, и этот. Конинка. Жетон. Вот. И у меня тоже чуть-чуть прибавилось. Еще троечок вот прибавился. 46-го. 38-го года. Жалко, дорогой пятачок, блин. Пробитый. Сука какая-то его воткнула в него что-то. Орляночка. И чехословацкая пуговка во времен Второй мировой. Прикольно. Прикольно. Так, ну что,
обедаем и закругляемся. Да, закругляемся, наверное. Хорош. Всем удачи. До новых встреч, друзья. Побольше находок. В следующий выходной опять куда-нибудь стартанем. Полюбасу. Получится. Ну, если получится. Стартанем, да. Но все равно нормально мы сегодня походили. Че? Отлично. Да? Прекрасно. Не пустые, а то как обычно, блин, получается, да? Камеру взял, ничего не нашел. Камеру не взял, что-то нашел. Ну, никогда так не было, и опять так получилось. Ну все, друзья, покедова всем. Мы обедаем и уезжаем.